Сейчас. Всем привет, ребята! С вами я, Никитос ФМОС и Мука ФМ. Да, здравствуйте. Просто мы сейчас нашли очень интересный баг. Очень, скажи. Для нас это будет долго, а для вас не так уж долго. Ребят, да, у меня Rising Flight ленивец, который мне обменяли, и куча квестов на нем. Сейчас я просто выпулю их всех, ладно, чувак? А то на нем у меня очень много квестов, и поспать ему надо, и почитать. Я тоже иду в школу. Ребят, сначала это у нас квестики. Вот. Квестики, потом самое интересное. Я уже в школе, чувак. Вот, обнова вышла. Я даже, наверное, это видео буду не очень много монтажировать. Ну да. Вот это, если что, еще. Все, а я уже тут. У него тоже Right is Light писинец. Да, у меня писинец. Мне его удалось обменять на Red T-Rex. А, плюс мне еще дали туканчик. Ну да, тут, ну, кстати, да, если что... У меня пенсия, короче. Стоп, у меня квест не выполнился, чувак. У меня квест не выполнился. Если Лёву плохо слышно, сейчас дождусь. Слышно хорошо. Никитос, Никитос. Чего? Давай. Так, все, я теперь иду. Да. Точнее завтра, потому что я выложу эту песню. Точнее завтра, потому что я это видео, наверное, выложу в пятницу. А сейчас, если. Это вряд ли. Мне мама сейчас скажет, надо идти. Всё, спать. Так, короче, Никитос, смотри, сейчас начнём делать. А? Да, короче, у меня дома встречаемся, у меня там просто диванчик стоит сверху. Да, у него баг как раз. У меня всё есть, ну, просто. Сейчас, мне ещё надо Пету помыться и поспать. Всё, чувак, ты уже дома у себя? Все, я уже у тебя почти. Так, все, вот, видите его дом? Сейчас мой пет помоется только. И, кстати, ему песни тоже надо свой. Я тоже его засуну. В джакузи давай всей компашкой. Давай, давай, давай. Я тоже. Ой, все, я с вами. Стоп, мне не дают сесть, я не с вами. Все. Теперь мы все вместе. Гопота, гопота. Так, все, мой пет помылся. Стоп, моему пету еще надо поспать. Сейчас будем показывать баг. Мой пет сейчас поспит только. У меня время заблокируется очень скоро уже. Через 20 минут. Да у меня никак на лестнице. Сам же построил. Давай я сначала так. Ребят, посмотрите. Этот баг очень. Все, я сажусь. Так, садимся на эту, вы. Теперь садимся сюда. Потом просто прыгаем. Теперь надо подождать немного. Теперь вот, видите, ребят? Да он точно у всех есть, потому что кто выпалил тест к тыкву, есть такой. Да, я тоже. Мне ты. Ну все, мы полетели, а я этот момент все ускорю, так что все, Лев. Не пока, а.
что это просто был какой-то баг фигов. Давай. О, Лёв, я тебя вижу, чувак. Ты, я вижу, ты очень близко. Лёв, я прямо за тобой лечу. Привет. Сказку, чувак. Давай. Ну не сказку, а такое стихотворение. Ребят, вот я сейчас. Стоп. Да, вот это. Вот я нажимаю стоп ездить. Все, падаю. И все, я тут стою. А ты? Я не могу стоять. Почему? Я могу стоять на подарках. На подарках? Ты не стоишь. Вот. Видишь, я стою на подарках. А прыгни ко мне, прыгни ко мне. Где? Ну прыгни. Видишь, я упал. Вот. Ну я, короче, сейчас расскажу кое-что. Вот, короче, стишок. Рассказ очень грустный даже на самом деле. Книга, роман. Роман это сказка. Сказка, обман. Обман это боль. Боль это чувство, чувство любовь, любовь это ваза, а все, что стеклянное, бьется легко. Ребят, мы сейчас будем. Стоп, смотри, тут есть батуты. И что? Тут есть детская площадка. Я нашел батут. Ну, сейчас мы сыграем один раз. Если что, нас играют на сервере сейчас только... Только 3 человека! Чувак, только 3 человека! Фига себе. Лайфак мы бакака! Ладно, короче, ребят, было вам показать, что я считаю, можно, в принципе, прощаться. Не, мы же хотели еще 8 минут или... Или сколько там минут еще? Не, чувак, еще 8 минут ждать. Не, ребят, все, ребят, наверное, в следующем видео будем. Никита. Чего? Стой. Ладно, хотя... О, там сейчас игра идет. Там сейчас игра идет. Нет, игра не идет. Нет, у меня идет игра, все, я присоединился. Он сейчас играет, там, ловлю призраков. Че? Стоп, я к тебе сейчас телепортируюсь, что? Все отлично. Вот, ребят, мини-игра, где мы ловим призраков. Да, и только 3 человека ловят призрака, так что это имба. Мы можем нафармиться очень много. Да, нам легко теперь нафармиться, нам легко. Кстати, я сегодня смотрел «Охотники за привидениями» и 2. Короче, самое интересное... Мы как охотники за привидениями. Сейчас откинула. Да. Короче, того, мне сейчас. Того я заработал всего 300. Угу. Да. Всего 300 очков я заработал. Ну я чуть, я 1000 уже заработал. А я 300. Ну все, мы как. Сколько я получил? Я получил 90 конфет, в принципе неплохо. Я 100, я 155.
Вот вам шанс. Есть там мини-игра, там и собирают цветы. Ну где собирают тыквы? Да, так, давай ко мне приземляйся. Давай, я здесь. И, ребята, всем пока. Пока.